А благодаря этим людям я могу продолжать делать для вас видосы. Так что и вы можете меня поддержать на Boosty по ссылочке в описании. Спасибо. Всем привет, народ, у микрофона Мистер Чейзер, вы смотрите мой жесплей канал, и давайте мы вместе с вами вспомним про очень старую, но годную, тактическую, реалтаймовую стратегию, которая называется Ground Control 2, операция Исход. Эту игру мне подсказал товарищ Атомный, и возможно, я не буду утверждать, но возможно мы ее вместе пройдем, потому что в игре есть совместная игра. То есть небольшой кооператив. Я, правда, не знаю, сюжетный ли он, или там просто набор миссий, но это мы потом, может быть, выясним. Итак, немножко предыстории. Что это за игра и почему я решил записать по ней видео? Ну, кроме того, что мне ее посоветовал Атомный. А у него, кстати, на канале тоже есть видео, можете посмотреть его взгляд. Дело-то в том, что эта игра создавалась студией Massive. И эта студия сейчас вам известна как студия, которая подарила нам дивизию Тома Кленси, первую и вторую части. А еще до этого они, собственно, помогали Ubisoft, Montreal создавать третий Far Cry. Да, тот самый легендарный третий Far Cry. Они, конечно, не прям сильно влияли на разработку, но помогали в создании. Но и Ground Control первая и вторая части — это вообще первые проекты этой студии. Потом они сделали World in Conflict с дополнением «Советский штурм», или как-то так он назывался, которые тоже, в принципе, были годными стратежками. До них мы, может быть, когда-нибудь доберемся. Но и в целом, мне хочется посмотреть на эту игру еще как на то, что же эта студия, да, Massive, делала в начале нулевых. Так что давайте посмотрим на ее сюжетную кампанию. Я прошел небольшое обучение, и хочу сразу сказать, я в эту игру в свое время никогда не играл. До сегодняшнего дня. Я единственное, что вот прошел обучение пару дней назад, чтобы чуть-чуть ознакомиться с игрой, и на этом все. Ладно, погнали на кампанию Альянса. Тут, правда, еще есть какие-то Вероны, но думаю, с Альянсом нам будет достаточно. Так, запоздало письмо. Сразу скажу, ребят, так как это не прохождение, я ролики буду скипать. Надеюсь, вы меня поймете. Потому что хочется, знаете, как-то на игру посмотреть больше, чем на ролики. Если хотите посмотреть катсцены, то вперед искать прохождение на ютубе. Ну, или вы можете мне заказать это прохождение этой игры. Посмотрим, будет ли вам это интересно или нет. Приветствую вас, капитан. Здорово. В Нью-Дарвин. Я намерен послать вас в бой прямо сейчас. Полагаю, вы готовы исполнить свой долг? Так точно, сэр. Мои солдаты готовы выполнить любое задание. Прекрасно. Как вам, возможно, известно, на город недавно упал неопознанный летающий объект. Это произошло неподалеку от зоны, где работает майор Грант. Войска Империи предпринимают попытки захватить этот объект. Известно ли, откуда он прибыл, сэр? Нет, капитан. Однако, по предварительным данным, мы можем заключить, что он проделал долгий путь в космос. Как бы то ни было, координатор Влаана готова пожертвовать многим, чтобы заполучить этот объект. Ваш долг — помешать ей. Я не подведу вас, сэр. Мне нужна победа, а не обещание, капитан. Итак, ваша задача — взять под контроль зону падения, а также два основных подхода к ней. Имперцев к объекту не подпускать. Нашим специалистам обеспечить свободный доступ. Сэр, так точно, сэр, сделаю. Ну, кстати, вы уже заметили, что в игре довольно хороший графен, и это так и есть. Игра в свое время, это 2004 год, выглядит просто превосходно. Так. Отлично, сделаю. Тут на самом деле так все классно сделано, и я не знаю, у меня, конечно, максимальные настройки графики и 1440p. В свое время мало кто, наверное, с такими настройками играл в эту игру, но она для 2004 года прям очень хорошо выглядит. Вот эти все здания разрушены, в них же можно зайти, и там солдата можно укрытие найти. Они прям-таки предназначены. Они повсюду. Вот что, собственно, делают наши противники. Так, ну и это да, ребят, это тактическая стратегия. Соответственно, здесь больше упор идет на тактику, чем на стратегию. Но здесь войска, и здесь есть ресурсы, это СЕ, и лимит войск есть, и можно заказывать подкрепление. Так, точно, так, солдат. Сегодня не лучшее время, чтобы умирать. Есть, одному крышка. Слушай, а он сейчас помрет. Будет исполнено, сэр. Все, отходи, будет отходи. Исполнено, сэр. Они, конечно, не хилятся, тут нужно мы хиллера обнаружили. Себе делать, но... Будет исполнено, сэр. Слушай, а как бы нам так пройти, чтобы нас не поубивали? Будет исполнено. Может быть, мы как-то вот туда сходим? Есть, но надо как-то парнем в укрытие зайти, тут как-то слишком противник окопался. Хотя мы можем, по идее, зайти в здание и их оттуда выкурить. О, стражи, давай, это хорошая тема. Стражи, давай, это я одобряю.
Будет исполнено. Так, и тут еще какие-то наши подкрепы есть. Да, три солдата. Еще солдатиков нам дали. Давай солдат будет сюда засадим, этих трех, они будут нас прикрывать. Так, будет ну что, исполнено. Поехали, будет дали нам небольшую сделано. Технику. Собственно, как в Хейла какой-то, да? Типа, как они там, вартоги назывались. Ну хотя бы эта техника, она очень много урона выдержит. И, в принципе, будет может сделано. Имперские войска будет пощелкать. Исполнено. Они неплохо будет с этой сделано. Задачей справляются. Так. А тут вы выкурили всех, да, с этого здания? Отлично. Парни, что стоим? Кстати, мне в этой игре немножко непонятно, как делать будет атаку в движении. Типа, мы можем атаковать какую-то область, будет да, типа вот, атаковать. Сэр. Передвигаться, заходить в здание. Мы преследовать. Так точно, сэр. Есть, сэр. Ну, не так знаю. Точно, сэр. Есть у меня некоторое непонимание, да, типа вот есть... Одному крышка. Типа вот есть, есть команда, да? Атака в движении во многих стратегиях в реальном времени. А вот здесь почему-то так такого точно, нет. Сэр. Есть, сэр. Ну, опять же, это тактическая стратегия, как я сказал. Типа, это не совсем классическая РТС-ка. Тут все немножко по-другому. Так. И да, ресурсы нам вот эти вот даются за контроль таких вот точек на карте. Собственно, контролируйте точки на карте. Получайте ресурсы. Все просто. Так, будет поехали. Заберем будет эту площадь сэр. С башней пропаганды. Ну, кстати, суши продают. Суши 1, 2, 3. Суси. Наблюдаю противника. Так, еще противник. Едут враги. Так, парни. Будет исполнено. Может быть, вы как-то станете... Так, тут, кстати, еще бойцам можно давать построение, что прикольно. Да, можно их там в линию поставить, например. Так, бойцы, давай в здание. Есть, они повсюду. Мы под обстрелом. Очко в нашу пользу. Хорошо. И в это мы здание тоже. Майор, площадь Лейнгарда наша. Отлично, будет исполнено, сэр. Шикарно. Наверху считают, что вы зеленый будет новичок, но думаю, они ошибаются. Так, мы давайте в линию, парни. А вы наверх. Кстати, да, тут еще есть такая штука мы в этой побеждаем. Игре, как линия огня противник, и возвышенность. То есть юниты, на которые находятся на возвышенности, они получают будет бонус. Исполнено. А юниты в низине, соответственно, получают дебафы. Ну, типа того. Будет исполнено. Думаю, суть вы поняли основную. Есть, сэр. Есть, сэр. Так, там добили, сейчас тут сзади к нам приедет техника вражеская. Легкий аэромобиль. Внимание, противник. Так, вот ты давай отъезжай. Остальная наша техника поработает. Мы обнаружены. Так, бойцы, давайте в эту сторону. Мы обнаружены. Отлично, стреляем. Есть, сэр. Солдаты так, сюда. Ща мы этот аэромобиль очко на запчасти разберем. Так, еще противники они ломятся. Повсюду. Так, ну точку, я думаю, контролируем, но пока подкрепление заказывать не можем. То есть у нас есть вот три кнопочки, наблюдаю благодаря которым мы, собственно, можем заказывать подкрепу. Но пока это делать мы не можем. Есть, сэр. Пока что как-то без этого. Так, имперские войска, тут легионеры на нас нападают. Так вы поняли, в игре две фракции, которые немножко друг от друга отличаются по идеологии, ну и набором юнитов, конечно же. Так, разведмашины, будет поехали. Будет сделано. Разведаем тут немножко. Так, одну машину мы потеряли, да? Так точно. Нам тут вроде командование где-то отсюда через мост подкидывает подкрепление. Так. Будет сделано. Машины, поехали мимо Суси. Посмотрим, что там у противника будет есть. Сделано. Вы же разведмашина, давайте будет разведывать. Исполнено, сэр. Так, бойцы вперед тоже. Ну а здесь у нас так несколько точно, юнитов, сэр. Думаю, будет на прикрытии. Посмотрим. Вдруг там противников много. Так точно, сэр. Осторожней, капитан. В зданиях есть, могут сэр. Скрываться имперцы. Да они и скрываются. Мы под обстрелом. На открытой местности ваших людей перебьют. Так, ломайте аэромобиль. Будет исполнено, сэр. Так, есть, парни, сэр. Нам надо в дом. Вот в этот, наверное. Есть, сэр. Так, добейте аэромобиль. Есть, сэр. Блин, у нас минус одна машина, кошмар. Аэромобиль у них довольно жесткий. Они повсюду. Так, поехали. Пошел огонь. Так, бойцы, пользу. Давайте охоту очко на аэромобиль устроим. Потому что наши машины что-то какие-то косые. Попасть не могут по противнику вообще мы никак. Под вот вообще одна машина осталась, кошмар. Есть, сэр. Да, игра непростая. Они повсюду. Солдат много не дают. Будет исполнено, сэр. Так, парни, давайте в здание. Все, сейчас с домика поработаем. Очко в нашу пользу. Хорошо. Три солдата есть, у нас тут, сэр. Да? Да, три. Будет ну вот вы сэр. Давайте с этого фланга зайдете. Есть, будет как вы поняли, сэр. Ребят, да, тут будет очень большой уклон сэр. Идет как раз-таки на здание. Кто контролирует здание, точно, сэр. Будет тут в укрытиях сэр. Сидит, тут молодец, как вы поняли. Так, нам надо сюда. Есть, давай пока сэр. Дальше по улице, а там сейчас разберемся.
И вы тоже давайте подкрепляйте нас с этой стороны. Так точно, сэр. Нам бы еще, конечно, войск каких-то, но... Так точно, потому что ресурсы-то есть, они нам капают периодически. Будет исполнено, сэр. Но толку от них, если мы их тратить никуда не можем. Так точно, сэр. Так. Есть, сэр. Давай туда, в здание. Платили, сэр. Мужики, в дом. Кстати, прикольно, да, то, что они занимают укрытие, так видно, прям как в здании сидят. Мы прикольно. Вы туда давайте. А вы не стойте, парни, вперед тоже двигайтесь. Потихонечку. На самом деле, похожая игра сейчас, в 23-м году, скоро выйдет, это Терминатор Dark Fate Defiance. Может быть, слышали про такое, я про нее видео делал на канале. Вот она очень похожая на эту, на Ground Control 2. То есть, ну, по духу, по стилистике, там тоже в зданиях укрытие солдаты занимают. И это тоже там имеет большую геймплейную глубину. Так, все, парни, работаем. И вот эта игра, это как, знаете, как... Ну вот, хороший пример есть, тактических реалтаймовых стратегий. Есть, которые я, конечно, никогда не любил и никогда особо в них сильно не играл, но... С годами вкусы меняются, будет как вы знаете. Сэр. Возможно, мне в каком-то... В следующем году и понравятся варгеймы, которые я никогда особо тоже не любил, как та же World in Conflict. Точно, кстати, у солдат еще есть альтернативный режим огня, они как раз-таки по технике хорошо стреляют, но они стоят на месте. Точно, майор, я на месте падения объекта. Так, остановить. Чертовски прочная штука. Отряд прошло Драка. Два здания насквозь. Что это такое? Похоже, беспилотная грузовая капсула. Причем и что нам делать? Давайте занимать укрытие, парни. Предатели империи. Есть, сэр. Именем координатора Луаны приказываю вам немедленно... Есть, так, парни, в здание. Не покинуть это район. Все в дома. Что? Да засунь свои приказы, знаешь куда? Имперская скотина! Черт, капитан, у нас неприятности. Вызываем подкрепление. Зато у нас есть подкрепление. Покажите этим ублюдкам, как дерутся настоящие мужчины. Давай, давай покажем. Обнаружен противник, сэр. О, вижу, вижу. Причем хорошо я стал с той стороны, где они как раз нападают. Поехали. Они повсюду. Работаем, мужики. Нам покажем подпили. Этим имперцам, чего мы стоим. Очко в нашу пользу. Хорош. Так, вы давайте, наверное, станьте как-то вот линии здесь. Вот так, будем принимать противника. Будет сделано. Будет сделано. Отлично. Легионеры пошли. А в это здание можно? Да, можно. Тут практически в каждое здание залезть можно, кстати. Это классно. Мы обнаружены. Мы под обстрелом. Мы обнаружены. Прям очень классная штука. Состояние в лесу. В смысле в лесу? Он же не в лесу. Наблюдаю противника. Мы побеждаем. Или вы имеете в виду, типа, он в укрытии, в лесу? Будет исполнен, сюда, парни. Сэр. Поменяем немножко позишн. Враг близко. Вот так-то мы лучше. Очко в нашу. Блин, кстати, вот насчет графики, да, хочу еще пару слов сказать. Тут в зданиях некоторых, в офисных там и так далее, можно даже проглядеть внутреннее убранство. Одним меньше. Типа, здесь даже можно увидеть внутри... Как солдаты передвигаются внутри, какие-то столы могут быть офисные и так далее. Это круто. Типа не каждой игре настолько крутая графика была в 2004 году. Неплохая была работенка, сэр. Впрочем, могло бы быть и пожарче, если эта капсула действительно так важна. А вы мне нравитесь, капитан. Мы скоро сделаем из вас настоящего головореза. И не теряйте чувства юмора, когда встретите Драка в следующий раз. Он скользкий тип. Майор, капитан, сейчас не до комплиментов. Вы должны немедленно прибыть в Форт Паркер для получения новых инструкций. Конец связи. Мы это обязательно сделаем. Ну что, пошли на следующую миссию, посмотрим, что у нас там интересного происходит. Вечеринка на троих. Альянс начал наступление на имперские позиции. Ваша задача захватить опорный пункт противника на площадке Гидеона. О, кстати, да, вот про эту миссию мне Атомный тоже говорил. Говорит, миссия на пляже прям жесткая. А я, кстати, даже не знаю, на какой сложности играю. Вроде средняя. Приветствую. Здравствуй. Мы получили возможность отбросить имперцев от нашего Капитолия. Этот шанс надо использовать. Вы будете штурмовать площадку Гидеона, один из основных опорных пунктов противника в данном регионе. Непростая задача, даже если провести несколько последовательных атак. Ерунда. Со мной отправятся Анджелес и Лакруа. А для нас троих такое задание пару пустяков. Зададим жару этим гадам. Вы слишком самоуверены, майор. Не следует недооценивать имперцев. Я жду вашего доклада.
конец связи. Приготовьтесь. Выступаем сразу же после высадки. Если эти гады засекут нас раньше времени, мы влипли. В такой хороший день грех не прокатиться по бережку, а, майор? Берегитесь песчаных змей, лейтенант. Что за высадка в Нормандии пошла, блин? Только в далеком будущем. Жесть. Буквально один в один высадка в Нормандии. 43-го года или когда там она была. Так, захватить побережье. Захватить имперскую базу. Нас поливают снарядами. Быстрее, ребята. Вы только заметили, да? Так точно, сэр. Что вас поливать снарядами. Так, рассосались. Есть, сэр. Рассредоточились, бойцы. Есть. Блин, а зачем мы высадились? Может быть, БТР стоило проехаться? Так точно. Есть. Так, занимаем высоту. Точно, сэр. С высоты будем лучше шмалять. Хотя по нам тоже неплохо так стреляют. Они это всюду. Они повсюду. Это прям правда, мы они реально повсюду. А мы не достаем? Они кошмар. Повсюду. Они повсюду. Ну, парни, тут беда, да. Давай тут попробуем пройти как-то аккуратно. Вот с этого муж-бункера поработаем. Будет исполнено, сэр. Хоть какой-то отряд у нас сработает как надо. Обнаружен противник, сэр. Так, парни, вы там работаете? Да, работает. Противопехотное орудие. Противопехотное орудие как раз таки шмалит по пехоте. Шикардос. Обнаружен противник, сэр. Так, а парни, давай, наверное, в бункер засядем. По крайней мере, попробуем. Мы под обстрелом. Вдруг получится. Мы под обстрелом. А, так там и союзники воюют, да? Ну, у них повеселее дела. У них не такая есть, задница, сэр. Как у нас. А, слышь, давай это. Пользу. Ракеты. Не, все, уходим. Есть, сэр. Будет исполнено, все, парни, сэр. Погнали. Будет исполнено, там сэр. Немножко пробили мы брешь. Так точно, сэр. Тут вы тоже сели. Так, орудие уничтожено, значит, мы не можем им пользоваться. Точно, обнаружен противник. Не можем сесть туда, да? Есть, давайте тут тусите пока. Давай вот так есть, вот. Сэр. Попробуем с ракет пошмалять. Так, парни. Стреляем по орудиям. Обнаружен. Ой, капец, там центурионы. Застали этих гадов врасплох. Так, парни, сюда будет давай двигать. Центр. Выезжай. Вот это шарахнуло. Да, шарахнуло так шарахнуло. Я не справлюсь, сэр. А? Да пошли, какой не справимся. Давай, выходим. Мы обнаружены. Ребят, вы будете там выходить или как? Мы обнаружены. Выходим. Наблюдаю противника, сэр. А чё они не выходят? Сэр. Во. Есть, сэр. Эй, парни, выходим. Одному крышка. Ладно, так давайте точно, вы вдвоем. Так точно. Кошмар, они что-то как-то сильно тупят. Так точно, сэр. Мы под обстрелом. Блин, кто там так с высоты? Так точно, сэр. Кто-то очень хочет так меня убить. Точно, сэр. Шмаляет с высоты, эй, очень больно. Так. Бункер вроде живой. Дружище, выходи. Надо нащупать его. Слышь ты, я понимаю, воевать не хочется, но надо. Есть, о, выходим. Хорошо. Так, есть какая-то кнопка, которая возвращает нам контроль над камерой. Но так я не помню точно, ее, поэтому погнали дальше. Так, ребята, вы тут прикрываете нас. Отвлекайте огонь сэр. На себя. Слушай, ну... Почти прорвали брешь. Сейчас есть, вот дальше еще прорвемся на высоту. Будет и все, в принципе, сэр. Пляж мы взяли. Так точно, сэр. О, а вот и подкрепа можно заказывать, да? То есть улучшение и подкрепа. Но у нас нет пока точек. Или есть? О, есть одна точка, можно вызывать подкрепу. Союзник захватил. Ну, сейчас мы заберем эту точку. И, в принципе, сможем тут вызывать подкрепу. Наблюдаю, с десантного сэр. Бота. Поехали. Будет работаем, мужики. Так, там бункер еще один есть, да? Будет давай попробуем сэр. Туда пройтись тоже. Наблюдаю противника, сэр. Вы, конечно, побитые точно, парни, сэр. Но нам надо что-то с этим нам сделать. Мы под обстрелом. Работаем. Точно, давай вот так. Обнаружен противник, а вы в бункер сэр. Давайте. Есть, сэр. Так точно, стреляйте. Есть, сэр. Одному крышка. Так, хорошо, в бункер. Они повсюду. Есть, стреляйте. Сэр. Слушай, ну да, миссия непростая. Первая такая, знаете, легенькая, изичная, а тут прям уже повеселее. Ремонт. Вот тут уже прям веселье там пошло. Так, его. Так, погнали, забираем позицию. Так, парни, вас как бы так выделить? Давайте будет туда. Сэр. И стреляйте. Че тупите, стреляем. Очко в нашу пользу. Так, хорошо. Кстати, вот эти вот противопехотные орудия можно починить и использовать потом. Мы капец, там союзник проперся. Ну, правда, у них включая войск толком не осталось, запасе. И точку они просрали. Но они прошли, молодцы. Ключевая, так, БТР есть? Хорошо, точка наша. Вас понял, капитан. Отлично. Так, будет исполнено, так, надо идти в следующую точку забирать. Это вот главное, это база. Заберем базу, будет дальше веселее. Будет исполнено. Вот эта миссия уже, да, повеселее.
Тут уже экшон такой идет. Есть, сэр. Знатный. Так, можем вызвать подкрепу? Нам бы вот этих парочку. Разведмашины, да? И пехоты. Не можем здесь высаживать, да? Жаль. Нам нужна большая база. Будет исполнено, вот это, сэр. Чтобы вызвать подкрепу. Мы не можем без этого место вызывать подкрепление, к сожалению, только так. А вот эти точки, кстати, можно захватить БТРами. Тут же вроде противников особо нет. Или есть. Может быть, кто-то еще остался. Но точку захватить надо, по-любому. Мы с них ресурсы получаем. Теряем ключевую точку. Теряем? Есть, сэр. А, то там. Есть, сэр. Это вот эту точку. Ну, там противник, видимо, просто. 100%. Потому что иначе мы потерять точку просто так не можем. Мы под обстрелом. Парни, мы огонь. Капец, их там ломится. О, не-не-не, тут самоубийство. Сюда мы не идем. Ключевая точка потеряна. Одному крышка. Жесть, да, миссия непростая. Охренеть, ты глянь, сколько их тут. Ребят, работайте ракетами. У вас же есть... Крышка. Ох, нихера себе там аэромобилей. А что мне тут делать? Добрый вечер. Не, ну как бы пехота может быть справится, но тут что-то как-то очень тяжело. Будет исполнено, сэр. Давай всем ракеты. Вот это шарахнуло. Будет исполнено. Ты глянь, сколько они техники сюда высрали. Они повсюду. Ты просто глянь на это дерьмо. Это все техника, ребят. А у нас нечем ее контрить, ну кроме как салатами с ракетами. Мы обнаружены. Ты глянь, сколько у них техники, ё-моё. Цель уничтожена. Как наши солдаты еще живые, я не понимаю. Мы обнаружены. И они еще высирают технику, боже мой. А союзник уже сдох. Кстати, союзника-то уже нет. Давай попробуем захватить эту позицию. БТРами хотя бы. Они, видимо, едут эту точку забирать, да? Да, у них как бы, у них скрипт прописан на захват точки. Кошмар. Типа им насрать на наших солдат, им надо точку... А, вот они и подкрепу вызывают, да. Собственно, видимо, тут надо в этой миссии рашить, чтобы победить. Потому что если ты не будешь рашить, то это все, это ГГ. Так точно, сэр. Они парни, повсюду. А что стоим? Так точно, сэр. Блин, будет ну да, тут тяжело. Сэр. Есть, сэр. Согласен, теперь. Вот теперь с атомным я согласен. Так типа первую миссию просто так. Ой, это вторую миссию просто так не взять. Она очень тяжелая. Тут типа даже подкрепу нельзя вызвать. У нас нет вот этой вот точки большой. И нам надо как-то получается ее захватить. Можно, кстати, попробовать в этой миссии, знаете, пройти к союзнику. А, можно как-то попробовать к союзнику пройти. То есть даже не пушить вот это место. Вообще насрать на вот это место. Где нам предлагают атаковать. Можно, возможно, союзникам пройти вот сюда. Ну, знаете, как-то посадить солдат назад в БТРы. И пойти союзника попробовать пропушить это место. Потому что сюда что они прошли, до базы. И вместе союзника попробовать забрать вот эту базу. Вот как-то здесь проехать снизу. Да. Тяжело. Но, тем не менее, это тактическая стратегия. Так что это не так и просто, да? Вечеринка на троих. Ни хрена себе вечеринка. А сложность у меня стояла солдат. Да, это... Средняя сложность. Ну что, ребят, это вот у нас игра Ground Control. Я еще, наверное, знаете, хочу посмотреть, что тут у нас происходит. Прям реально, что это за компания. Это среди прошлого. Хочу на вторую фракцию посмотреть, мне интересно. И мы после этого видео закончим. Прям очень интересно, что это за такая фракция интересная. Другая. Какие-то пришельцы. Проклятие. Только я опять же это поскипаюсь, потому что, ну... Но сначала вы должны узнать. Ты смотри, какие-то гуманоиды. Мобилоиды. Прикольно. Главное, то есть есть еще одна фракция. Веронских войск в возможности слияния. А, да? Этот процесс позволяет превратить две боевые единицы в одну, но более мощную. Круто. Чтобы начать слияние, выберите две подходящие боевые единицы и щелкните на кнопке слияния. Чем они сильнее? Приблизятся друг к другу, а, ну да. Кокон, а ну подожди. Потом появится новая боевая у него единица. Урон 200 хп. Да, больше жизней. В результате слияния не может участвовать в нем вторично. Однако ее в любой момент можно разделить на исходные составляющие. Ага. Для этого выберите ее и щелкните на соответствующий кнопки. Блин, прикольно. Слушай, тут получается... Ну и видок у них. Такое даже с бодуна не примерещится. Превосходно, Аглес, капитан. Прикольно. Не, фракция очень прикольная, мне нравится. На самом деле, мне сейчас нравится... Я вот зашел по приколу посмотреть, что это за фракция такая. Ну, блин, прикольная. Ты смотри, тут реально какие-то непонятные гуманоиды, какие-то пришельцы. Классно. Я, конечно, понимаю, что это, возможно, для кого-то спойлеры здесь будут, потому что, ну... Как бы вам так правильно сказать... Видимо, сначала надо проходить оригинальную кампанию за людей, вот это где с война с империей, а потом уже, собственно, за вот этих вот веронов, или как они называются. Ну, прикольно, класс, фракция, где можно сливаться и
Слияние делать. Это, знаете, это как протосы, по сути. Вот они... протосы же тоже, помните, да, в Старкрафте? Они тоже могли слиянием создавать другие войска. Дополнительный режим. Режим платформы какой-то, возможно. Клево. Ну, ладно, на этом, в принципе, думаю, можно и закончить. Игра прикольная. Я не знаю, стоит ли нам ее на канале проходить или нет, потому что она довольно сложная. Но вот, возможно, совместную игру с Атомным мы поиграем. Потому что здесь есть миссии. Хотя не совсем понятно, типа, это именно миссия или... Это просто карты. Я не совсем понимаю, типа, ну вроде как это миссии какие-то, да? Типа, тут есть вот описание, что происходит. Возможно, с Атомным мы в это поиграем, не знаю. Но это была Ground Control 2. Одна из самых забытых, но крутых стратегий от создателей, уже получается, Тома Кленси The Division. О чем я говорил в начале этого видео. Так что на этом все. Напишите в комментариях обязательно, слышали ли вы про эту игру, играли ли вы в нее. Ну и хотели бы на канале прохождения. Мне было бы интересно узнать ваше мнение. На этом все. Если на канале впервые, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, лайкайте, комментируйте. И не забывайте переходить по прекраснейшим ссылочкам. Заходите к нам в группу ВК, в Дискорд канал и на Twitch. Там мы стримим всякое стратегическое и не только. На этом все. У микрофона был любитель старых, но крутых стратежек, мистер Чейзер. Мы с вами увидимся в будущих видосах на нашем канале. Всем пока!